Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас крия, предназначенная для усиления вашего благосостояния и удачливости. Называется она Субаках крия, что, собственно, переводится крия на удачу. Йоги Баджан в свое время сказал, что даже если Бог записал вас в черный список, то, делая эту крию, вы станете все равно удачливыми. Теперь стандартное начало. Сядьте с прямой спиной, разогрейте ладошки, руки в намасте, глубокий вдох, полный выдох, и вдох, чтобы петь мантры. Постепенно откройте глаза. Крия состоит всего из 5 упражнений. Эти упражнения делаются четкое время, либо 3 минуты, либо 11 минут каждая. Если у вас все более-менее по жизни нормально, то надо делать по 3 минуты. Если же у вас все плохо и нет работы, негде жить, не на что жить, тогда можно делать по 11 минут, но предупреждаю заранее, это довольно тяжелое мероприятие. Распланируйте свои силы изначально. Первое упражнение. Свешиваем локти, ладошки на уровне сердца, под углом где-то 45 градусов к горизонту. С мантрой Хар. На мантру Хар мы втягиваем пупок, и кончик языка касается верхнего неба. Получается Хар, Хар, Хар. Звук должен быть достаточно громким и полетным. На мантру Хар мы с каждым произнесением Хар ударяем то линии мизинцев, то линии указательных пальцев. Обратите внимание, один большой палец заходит за другой, чтобы не набивать синяки на костяшках. То есть Хар, 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 Хар. И так продолжаем на протяжении 3 минут. Приготовьтесь, займите правильное положение и начнем. Hey!
Все время растопырено. Начинаем пересекать руки, сводя их. То одна рука спереди, то другая. Руки разводятся на 60 градусов, не больше. Если вы разводите на 45, вы уже нарушаете выполнение крии. Угол 60 градусов. Приготовились и начали. В этом упражнении вы ничего не произносите сами. Thank you.
упражнения. Ставите кончик большого пальца на основание мизинца. Зажимаете большой палец так, чтобы выдавить из него всю кровь. Руки поднимаются также под 60 градусов. И начинаете наматывать кистями что-то, двигая снаружи внутрь. Это можно представлять, что с неба спускаются золотые нити от богов, и вы наматываете их на свои кулачки. Обязательно, чтобы локти были прямыми, угол 60 градусов, и на каждый оборот кисти один хар. Приготовились. Левая рука ставится перед грудью, примерно 5 сантиметров от руки до груди. Правая ставится перед левой, тоже примерно в 5 сантиметрах. Локти разведены в стороны. Вот такой вот вариант не годится. И начинаем петь мантру «Хар, хари, хари, ва, хэ, гуру». При этом одновременно разводя ручки так, чтобы одна ладошка поднялась на другую и в обратную сторону. Одно вот это движение, оно занимает примерно один цикл мантры. Изначально руки на уровне сердечного центра. И дальше они не разводятся. Вот такие варианты нам не нужны в этой крии. Приготовьтесь. Да, первую минуту мы поем громко, вторую минуту поем шепотом, а третью минуту насвистываем. Как получается, так и насвистываем.
Приготовьтесь, поставьте ручки. Последнее упражнение, пятое, в этом комплексе, в этой крии. Руки ставятся, как у учеников за партой, на уровне ключиц. Ниже не опускаем, все время вот этот уровень. И дышим следующим образом. 20 секунд вдох, 20 секунд задержка на вдохе, 20 секунд выдох. И далее по циклу. Понимаю, что 20 секунд это достаточно большой срок. И только достаточно хорошо тренированный человек может это сделать. Поэтому просто дышите так, как можете, максимально задерживая, удлиняя вдох, задержку и выдох. Если у вас получается на 8 секунд, уже замечательно. Старайтесь не частить. Иногда люди пытаются делать 2 секунды вдох, 2 задержки, 2 выдох. Это слишком быстро даже для очень нетренированного человека. Старайтесь хотя бы по 8 или более. Приготовились, поставили ручки и начали.
завершайте последний цикл. На этом крие закончим. Завершим парамантру садну. Сложите руки на мосты. Глубокий вдох. Полный выдох. И вдох, чтобы петь. Нам.